Здравствуйте, меня зовут Владимир Ткаченко. В сегодняшнем видео мы сделаем очень простую растяжку. Итак, поехали, ложимся на спину. Ножки вытягиваем вперед, сгибаю ножки и ложусь на бочок. Обхватываю ножку и вытягиваю ее вперед. И так лежу. Можно засекать время. Я обычно кладу рядом с собой часы и где-то секунд 30, от 30 секунд до минуты лежу в одном положении. У меня тянет вот эту заднюю часть бедра. Опускаем ножки, переворачиваемся и точно так же на правом боку. Переворачиваюсь, обхватываю ножку и вытягиваю ее вперед. Лежу, расслабляясь. Это очень простая растяжка, она не совсем балетная, она как раз очень хорошо подойдет начинающим. Тем, кто только начинает растягиваться, или у кого совсем плохая растяжка. Хорошо. Можно повторить еще раз с правой ноги. С левой. Сколько хотите. Я вот сейчас уже почувствовал, что у меня ножка немножко растянулась. Если вам не хватило, повторите еще раз. Дальше делаем следующее упражнение. Точно так же. Переворачиваюсь на бок. Беру ножку и тяну ее назад. Теперь у меня тянет вот этот бицепс бедра. Точно так же засекаете. И лежите примерно одну минуту. Это такая растяжка, чтобы вот утром прийти в себя. Лежу, наслаждаюсь. Тянет так чуть-чуть, вообще чуть-чуть, очень приятно даже, можно сказать. Хорошо, я чувствую, что уже можно перевернуться на правый бок. Закончили. Переворачиваюсь на правый бок. Беру ножку. И растягиваюсь. Можно включить приятную музыку. Или даже можно общаться с семьей, когда вы делаете эту растяжку. Здесь нет такой сильной боли, когда прям тянет и лучше, чтобы никто не отвлекал. Хорошо. Сейчас будет немножко сложнее. Ложусь на спину, сгибаю две ноги, одну ножку вытягиваю вперед, сокращаю подъем, выворачиваю в бедре и закладываю за колено. Беру ножку левую и подтягиваю к себе. Сейчас у меня тянет ягодицу. Я специально подобрал такой комплекс, чтобы было не больно. Как поесть мороженое. Можно даже сказать, что приятно. Вот как, знаете, в гимнастике растягивают детей, они плачут, им очень больно. Потому что им нужно показывать результат, очень большую растяжку. А нам нужно для здоровья. Хорошо. Опускаю ногу, вытягиваю, заворачиваю, ставлю, вытягиваю левую, закладываю. Сейчас я вытянул стопу, но лучше ее сократить. Еще раз. Вытянул, сократил, вывернул в бедре, заложил. Почему-то в балете всегда просят вытянуть стопу. То есть мы всегда в балете, когда растягиваемся, мы должны вытягивать стопу. И только изредка ее можно сократить, чтобы мышца немножко по-другому начала тянуться. А везде, вот где мне, везде, где я растягивался, там на стретчинге или просто когда идет
восстановительная какая-то гимнастика. Всегда просят сокращать подъем. И мы, если просто растягиваемся для себя, для жизни, то нам лучше делать сокращенным подъемом. Хорошо. Поставил опорную ногу, вытянул, завернул, поставил. Дальше следующее упражнение. Опять начинаем с вытянутых ног. Ноги сократить на себя и подтягиваю к себе, тоже сокращенным подъемом. И сокращенный подъем, так говорят только в балете. Есть вытянутый подъем, а есть сокращенный. Обычно в обычной жизни говорят и в спорте подъем на себя. Сделай просто на себя. Я же говорю подъем сократить, так говорят в балете. Можно немножко попружинить. Хорошо. Вытягиваю левую ножку и тоже подвожу к себе. Мне нравится во время растяжки подъем все время вытягивать и сокращать. Я так лучше чувствую. Вот так мне не тянет. Сокращаю, начинает сильнее тянуть. То есть мы сами себя регулируем с помощью того, что подтягиваем ногу к себе и также сокращаем и вытягиваем подъем. Стараемся, чтобы колено, которое внизу, оно в сторону не уходило. Держим его ровно на одной линии вместе с ногой, которую растягиваем. Хорошо. И последнее упражнение. Вытягиваем две ноги, сокращаем подъем и поперечный шпагат. Ух, мне сильно как тянет вообще. Удивительно, вот у всех людей разные мышцы. У меня такие мышцы, что я месяц не потянусь, и так выглядит, как будто бы я ни разу в жизни не тянулся. И буквально пару дней я потянусь, и уже у меня будет шпагат. А есть такие люди, у которых жесткие мышцы, и вообще годами можно тянуться, и реально растяжки никакой вообще. На здоровье все равно хорошо. Глубоко дышу и выдыхаю. Мне сейчас очень больно. Вот во всех предыдущих упражнениях мне не было больно, а сейчас мне больно. Поэтому я подключаю дыхание и расслабляюсь. Хорошо. Сократили подъем и встаю. Можно во всех этих, во всех позах можно полежать подольше, если хочется. Больно было только во время последнего упражнения. Все предыдущие упражнения нас немножечко как будто бы усыпляют. И на последнем упражнении сделали и стало больно. Ну, надо немножко потерпеть во время растяжки. Подписывайтесь на мой канал, напишите в комментариях, тяжело вам было или легко. И, возможно, можете написать также, чего бы хотелось. Я запишу на эту тему новый ролик. Всем пока!